Ну вот, ребят, короче, привел в порядок, ну как, более-менее порядок привел, потому что вот здесь, допустим, еще вот есть вот такие, видите, царапки, но их нужно оригинальной краской красить, короче, просто не получается у меня их убрать, вот, это уже, скажем так, серьезно уже подходить к вопросу, а мне этим заниматься особо некогда. Но крышечку более-менее в порядок привел. И, значит, снизу у него не было ножек. Но я вот такие вот войлочные ножки ему приклеил, короче. Вот. В техническое состояние его все нормально. Он работает, все без проблем. Вот. Единственное, что вот у него внешний вид оказался не очень. Ну, вот из последних моих находок там... Кстати, еще есть пару приборов от фирмы Sony, и они тоже были как бы вроде классные, все, но очень, очень убитые. Вот, так что все, заканчиваю этот ролик. Заходите тоже, смотрите, выйдет сейчас еще ролик со свежими находками, там будет много сейчас чего показано. Но вот это одно из моих того, что я более-менее восстановил. Все, всем удачи, до следующего ролика.